Качество рассады зависит не только от правильного ухода, но и от освещения. Наверняка вы замечали, что при выращивании рассады на подоконнике она тянется к свету, то есть растет не вертикально вверх, а под наклоном. Сейчас я вам расскажу, как я решил данную проблему. Для этого я изготовил специальные светоотражающие экраны. Все, что мне понадобилось для их изготовления, это картонная коробка из-под бытовой техники, а также фольга и скотч. Посередине я сделал специальный сгиб для того, чтобы рассада освещалась не только со стороны комнаты и со стороны окна, а также и сверху. Также нужно предусмотреть небольшой сгиб внизу, для того, чтобы экран был устойчив. Вот так я устанавливаю экран для подсветки рассады. Как вы видите, верхняя его часть упирается в окно. А сам экран у меня стоит на столе, потому что на подоконник он не влазит. Подоконники в нашем доме очень узкие. Давайте я сейчас уберу экран, и вы посмотрите разницу в освещении. Как вы заметили, рассада стала освещаться только со стороны окна. Сейчас я снова поставлю экран, и вы посмотрите разницу. Теперь освещение стало более равномерным. Благодаря такому нехитрому приспособлению заметно улучшается освещенность рассады. Поэтому она у меня практически не вытягивается в комнатных условиях.